Или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Я сказал отойди. Хочешь в участок? Стоять. Двигайся. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Заходи. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри, как кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Продолжай поиск. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Чувствую и несколько невысказанных вопросов. А теперь... Знают ли наши потребители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения? Гражданин не прошел проверку. Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В
такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Инстинкт не отделим от своего двойника суеверия. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами, и теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности, и как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя. Он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает свои... Восстанавливай порядок! Хочешь участок? Инстинкт хитро и незаметно уводит нас с пути изменения. Хочешь участок? Поэтому инстинкт должен быть подавлен. Им нужно нещадно бороться, начиная с основной потребности человека. Потребности в размножении. Продолжаем. Я сказал отойти. Как всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Двигайся. Черт, я думал, ты легавый. Он на нашей стороне. Сдерживание невозможно. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных. Я же говорила, мы следующие. Знает ли наше будущее? Господи. Наши дела. На каждый невысказанный вопрос. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. А вот и остальные пожаловали. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить.
Я больше не могу. Все будет хорошо. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным жизненным рационом. Нельзя терять ни минуты. Внимание! В портале потенциальный источник вреда обществу. Донести. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу!